Всем большой привет! Получила я свой очередной заказ интернет-магазина «Василек». Заказ был интересный. Было постельное белье, полотенце, и будет моя юбочка, и даже будет игрушка. Давайте по очереди посмотрим, что я заказала. Начнем, наверное, с вами с постельного белья. Будет полутораспальная и двухспальная. Полутораспальная из бязи. Называется «Весна», и цена 874 рубля. Недорогое. Выглядит комплект вот так. На первый взгляд все такое нежно-зелененькое, но посмотрите, видно, там мелькает что-то интересное весеннее. 100% хлопок, бязь, я вам уже сказала. Размерчик давайте покажу поближе. И сейчас я разложу комплект и посмотрим, как будет он выглядеть. Смотрите, как выглядит простынь. Ну, мне кажется, само очарование. Действительно, весна. Цветы как раз весенние. Давайте я вам также покажу наволочки. Наволочки яркие, красивые. Тоже с нарциссами. Вот так они выглядят. Обе цветные. Яркие. Ой, какая красота. И пододеяльник точно такой же, как и простынь. Давайте я его уже в другую сторону цветами сделаю, чтобы вам было видно рисунок. Вот так. Двухсторонние, одинаковые стороны. Видите, с этой стороны тоже цветы. И вот так. Мне кажется, ну, само очарование. Действительно, весна. Следующее постельное белье уже идет двухспальное. Это поплин. И называется «Дыхание». В прошлый раз я брала точно такое же постельное белье, только полутораспальное. Давайте размерчик поближе покажу. И я сейчас его разложу и посмотрим, как выглядит «Дыхание», если вдруг вы прошлое видео не смотрели. Это тоже очень красивые цветы, но мне кажется, больше похоже на лето. Оставайтесь со мной, сейчас мы все разложим. Вот так выглядит простынь у комплекта «Дыхание». Вы знаете, мне понравилось то, что простынь идет такая более с легкими цветами, более однотонная, если можно так назвать, с цветами. И давайте смотреть, какой красивый пододеяльник. Смотрите, очень-очень, прямо лето, само лето. Мне понравилось. Нет, подожди. И давайте я вам покажу наволочки. Наволочки разные в этом комплекте. Одна более однотонная, а вторая яркая, цветная. Этот комплект больше напоминает лето. Если первый полутораспальный это весна, то тут, смотрите, прямо лето. Очень-очень красивые цветы. Мне кажется, даже эффект 3D присутствует в этом комплекте. Красиво. И сверху, видите, там более однотонное тоже. Как блики красивые. Вот такое постельное. Давайте я вам покажу скатерть, которую я взяла. Да, кстати, по поводу постельного. 1351 рубль стоит вот двухспалка вот эта. А первая бязь 874. Скатерть на ПВХ, термостойкая, декор с кружевом. 140 на 90, 136 рублей. Выглядит она. Давайте сейчас покажу данные. Вот так. Мне кажется, самая-самая такая простая, нейтральная расцветка. Наверное, открывать не буду. У нее все четыре стороны обработаны как бы вот таким кружевом. Скатерть пахнет клеенкой. То есть это все-таки клеенчатая основа и аромат такой соответствующий. Он очень быстро выветривается. Я беру уже не первую скатерть. И цена 136 рублей очень даже хорошая. Полотенце. Я взяла целых три полотенца. Одно называется «Розочки», потом «Белые лебеди» и «Подводный мир».
Полотенца все одного размера, 140 на 75, и стоят 289 рублей. Я брала уже из этой линейки в других расцветках, и, вы знаете, мне понравилось качество. Первый раз вы их стираете, и потом прекрасно впитываются и прекрасно работают. Давайте покажу информацию. Это не ивановский текстиль. Хлопок 100%. Меня кто-то спрашивал. Полотенце. Состав. 100% хлопок. По-моему, это Китай. Не помню, если честно. Но качество мне понравилось. Вот так выглядит полотенце с названием «Розочки». Яркое, красивое, и оно одностороннее. Видите? Красивое. Следующее — «Подводный мир». Так, не перепутать. «Подводный мир» очень похож с лебедями по оттенку. Сейчас попробую сложить. Смотрите, тут и дельфин, и черепахи. Очень красивое. Чем мне нравятся именно эти полотенца? Я до этого брала цветные в большом размере, и они были очень плотные. Они тяжелые, и как-то, вы знаете, не очень удобно с ними справляться. Эти достаточно тонкие. Вот эта сторона прекрасно впитывает. Вот это более, как вы знаете, такая гладкая. А вот это прекрасно впитывает, и они легкие. Это их огромный-огромный плюс. И полотенце, которое называется «Лебеди». Вот так. Смотрите, какое оригинальное. Полотенца были на сайте разные. Можно орнамент брать горизонтальный. Я рисунок взяла вертикальный. Вот так выглядит. Очень симпатичный. И на пляж можно взять, разложить. И легкое в дорогу его удобно брать с собой в сумочке. Ну, в общем, всем хорош. Дальше давайте я вам покажу одну всего вещь. Это юбка. Юбку я взяла себе. Она идет 46 размера. Черная. 492 рубля. Юбки такие модели были в нескольких оттенках. Мне кажется, еще была красная. Могу путать, но была, наверное, еще белая. Я взяла черную. Это... Так, давайте покажу. Написано «хлопок», но... Я думаю, это скорее вискоза, чем хлопок, потому что это прекрасно тянется. И, видите, она как на синтетику больше похожа. Не знала я, брать или нет, потому что у этой юбки есть вот такая еще одна сверху юбочка. Но потом я осталась, в принципе, довольна. Размер 46 соответствует своему размеру. Положила я ее чуть-чуть по-другому. Юбка оригинальная. Она мне понравилась тем, что... Все недостатки, например, там, знаете, может быть, животик небольшой или еще что-то, она скрывает благодаря вот этой вот сверху юбочке. Многим не нравится, может быть, такая модель, но мне хотелось именно ее посмотреть вживую. В магазине, может быть, я не купила, но на обзор мне хотелось все-таки посмотреть, что за юбочки. В целом она мне понравилась. Единственное, под нее нужно всегда заправлять блузки, либо футболки. И в целом она смотрится... В принципе, неплохо. Ну, наверняка фотографию я уже вставила, и вы смотрите вместе со мной, как она сидит на мне. Вот такая моделька. И последняя — это игрушка. В этот раз мы взяли игрушку собаку. Называется игрушка Ваксон. В косухе 25 сантиметров, 1328. Мы решили, что нашим басикам нужен охранник. Вот такой Ваксон к нам приехал. Вы посмотрите, какая красота. Также фирма делает та же самая, Basic & Co. И вот такой Ваксон. Коробочка у него даже тоже оригинальная. Вот так открывается. Вот выглядит сам Ваксон. У него есть тоже личный знак. Если разглядеть коробочку, то игрушки этой... фирмы этого бренда. И действительно, смотрите, здесь написано, это брендовая игрушка. Она подходит не только детям.
Такие игрушки можно брать не только детям, но и дарить взрослым. Давайте мы его с вами отстегнем, потому что все игрушки крепятся в коробке. И мы своего Ваксона сейчас достанем. Мне его все время хочется назвать не Ваксон, а Ватсон. Вот, осталось Шерлока Холмса найти. Вот так вот он выглядит. Он действительно в косухе, в курточке. Такая у него симпатичная попа. В попе есть наполнитель, шарики антистрессовые. Мягкий, приятный, классный. О, мордочка у него тоже с рыжим пятном. Мне кажется, косуха ему очень идет. И так как в нем 25 сантиметров, то я думаю, с Басиком они могут иногда делиться одеждой. Вот такой вот песик. Очень симпатичный, он стоит своих денег. Куртка пошита так шикарно, что я бы сама такую с удовольствием носила. То есть у нее реально есть пояс. У нее снимается, расстегивается молния, карман обманка. И смотрите, как качественно, хорошо пошито. То есть реально вот и материал, и качество оставляет желать лучшего. И даже, смотрите, есть подкладка. Сейчас я посажу всех наших игрушек, и мы с вами посмотрим, как они все вместе уже будут смотреться вместе с Ваксоном. И вот так вот смотрится уже вся семья наших игрушек, которые мы заказывали на в сайте Василек, кроме большого Басика. Но такие Басики там есть. И 25 сантиметров, и 30 сантиметров, как наш, и 19 сантиметров, как у нас маленький Басик. Игрушки антистрессы. Это вот кот и рыбка. Ну и также теперь в нашей семейке появился Ваксон. Я думаю, они будут все дружны. Игрушки посадила не просто так, потому что размер тоже важен. 19 сантиметров, 30 и 25. На самом деле вот этот Басик, он хоть и написан 30 сантиметров, но в длину он намного больше. И давайте я его вам сравню с Ваксоном. Вот так они вместе выглядят, видите? То есть не на 5 сантиметров он его длиннее, а гораздо больше. Так, и, ой, дотянусь, 19 сантиметров и 25. Ну, тут вот, мне кажется, да, действительно 19 и 25. Очень довольна мы этими игрушками. Они у нас как интерьерные идут, но мы их иногда озвучиваем и очень интересно проводим вечера. Антистрессы очень нравятся, они действительно такие классненькие. Рыбки на сайте разные, игрушки тоже разные, и большие, и маленькие. Их тоже приятно и в руках держать, тискать, и они хорошо идут как около диванные подушечки, и красиво, и можно использовать как подушки. Это весь мой заказ в интернет-магазине Василек. В этот раз, кажется, было немного всего, но достаточно интересно всего понемножку. Напишите, понравилось ли вам постельное белье. Мне кажется, что лето, что весна, постельное смотрится шикарно. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока!